окном, и наступала ночь, за кухонным столом сидели. Видите, как гуляет? Его гремел ужасно где-то у реки. Первым мы выехали в 1:50, по-моему, уже прямо у реки, слушайте, вот капец. За окном, и наступала ночь, за кухонным столом сидели мужики. Весь вечер непрерывно бил по крыше дождь, и гром гремел ужасно где-то у реки. А в доме шло веселье и гульба, еще никто не знал, что этот мир. Конечно, сегодня мы сегодня. Ну класс, я не буду садиться со слипером. Ну, наверное. Здравствуйте, Индия. Качин. Съемки. Новая площадка у нас. Давайте покажу вам. Сегодня нас попозже привезли, где-то часов. Сказал, в 11 будет, но пришел, по-моему, где-то в 11:10. Вот так что собирайся. Собирайтесь. В каком-то клубе, яхт-клуб, не знаю. Пообедали как раз. И новая площадка. Лица те же. Так интересно, прикольно. Дождик, видать, был зеленый, такое все, так оно поэтому. Красивое место, водопады такие. Бассейнчик. Такое, как сцену делают. Ага, вот и туалет увидел, где. Шел смотреть, где туалет вот есть. Уже некоторые купаются, да? А, подклеивают. Где-то что-то отошло и клеит вот парень. Ну классно, классно такое место. Ветерок хорошо, приятно. Пока сцену посмотрим. Ну, мы сегодня позже приехали, я говорю, где-то после 11 только зашел, сказал. И вот персонал. Зеленые, все так приятно, глаз радует. Заметно, что подливает, оно все растет. Все отлично выглядит. Хорошо, видите, как гуляет, говорю, не жарко, не жарко, нормально, хорошо. Дождик начался. Смертельный номер, уничтожаем планшета. Не, ну он уже пустил свое, отходил. Нужно от вещей избавляться. Вчера пришло разрешение, дали, значит, разрешили выехать до конца апреля. Вот. Так что со съемками у нас тоже здесь как-то так сложилось никак. Один день даже не снимались. И просто нас... Ну, за день заплатили, вот, переоделись, но ничего не делали. И сегодня сказали, и вчера сказали, что мы уезжаем. Должны были 4 дня быть, но переносят, ну, одним словом. Сегодня мы едем, и я буду сразу в Гоа, я уже билеты они купили. Я не буду никуда, сразу же до вокзала буду покупать на Дели. Так что вот, сейчас уничтожим. Женю попрошу, чтобы подержал камеру. Да. Так, и все, уничтожаем. Я говорю, просто здесь информация, зачем она...
все, на ЖД вокзале сижу себе пока. Еще полчаса, по-моему, до поезда, до отправления. Так, ребята, пришел, значит, пришло разрешение покинуть Индию. Что оно стоило? Значит, стоило это 500 рупий, 515, как-то так. Ну, 202 гривны у меня с карточки сняло. Вот я прикреплю скриншот карточки. И значит, что оно, как было по деньгах? Значит, я последнюю визу продлевал был в 2020 году, это конец августа было, да. Августа, конец августа, сентября я уже не продлевал 2020 года, там ходили такие слухи, что как бы разрешат, короче. У меня, кроме того, еще 5-летняя виза, можно пользоваться ею. Значит, что было, я не заполнял, там ребята, девочка была заполняла за 500 рупий, 500 рупий вот получилось это заполнение человеку за то, что там она заполняла, и еще 400 получилось рупий за то, что билет бронировал, там человек взял за, ну там реальный был билет. И все, я могу Индию покинуть, да, дали мне за 500 этих 14 рупий, дали мне до конца апреля. Меня это устраивает, мне нормально. Вот так, что по деньгах было, получилось. Я говорю, 500 получается за заполнение, если кто, у кого там ноутбук, кто знает, это вообще не проблема, у кого с английским хорошо, мне кажется. Ну, то есть, вот так. Ну вот, мы едем в вагон. Классно, что нам с кондиционером. Мы выехали в 1:50, по-моему, у нас был поезд. Вот. Две Юли у нас таких прекрасные. Сосед Женя. Ну, мы с Женей как соседи. Женя уже прямо говорит, ну, слушай, ну, капец. Вот когда нам эти съемки сказали. Вот ребята тоже едут. Алло. Ай. Тоже ребята. Ай. Ай. Вот едут вместе с нами. Excuse, are you from? I'm from Kerala. А, Kerala. Yeah. Ну, такие позитивные, классные, мы так едем. Ребята даже сделали этот кофе натуральный. Ну, короче, нам хорошо все. И нашли, где и как. Вот это контролер такой ходит. Ну, хорошо, весело, нормально. Суп такой можно взять тоже, значит, сухариками, сухарики. Thanks. Hi guys. А че, вы тоже жрали? See you. Hi. Вкусняшки. Ну, блин, подорожало, было по 20 рупий, не помню, ну, может, 20? Ага. Мне послышалось, что 30, он сказал. Девочки виноградом угостили тоже. Самолет, ты просто не думал, что
сегодняшний день и билет на самолет серебристым крылом, что света я оставляю земле. Вы, конечно, не знаю, мне нравится проход. Ребята стоят плем. Если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет серебристым крылом. В 6 утра проспал я с станции Мангаон. Хотел выйти, видать, услышал, проснулся. Ребята на ходу тоже уже прям с вещами сюда. Вещи бросили и из вагона быстро здесь уже собирались. Так что я сейчас буду возвращаться в Мангаон, а там уже покупать билет на Нью-Дели. Мои вещи. Касса с 8 часов работает, вот. Надо подождать, 10 минут еще осталось. Без 10:08 сейчас. Я в Твиме сразу билеты хочу взять на сегодня до Низамуддин, Дели, Нью-Дели. Вот сейчас откроют, заполнил форму. Сейчас пока в Твиме нахожусь. Если возьму билет, будет хорошо. Будет хорошо. Ну, я думаю, будет хорошо по-любому. Так, заполняется. И сейчас откроет. И надеюсь, куплю билет. Так, взял билет. Это хорошие новости. Ну, другая сторона медали без места. Но я ей эту сказала очень мало шансов. Говорю, давайте все равно билет. 820 рупий, вот. 820. Я там найду, думаю, ну, потому что два дня реально ехать, сегодня с обеда и завтра целый день. Так что я думаю, что я найду. Все будет норм. Все, сейчас надо будет добираться на Мангаон и оттуда уже билетик. Вот, я говорю, я взял, а вот касса, чтобы знали уже. Ну, 3 человека есть в очередь. Ну, конечно, сегодня на сегодня я не очень ожидал, что будет с местами, но... Я заеду. Я думаю, заеду там все. Главное, что есть. Я оплатил, кто смотрел. В прошлом году я ехал там, не пускал индуса меня с полицией тогда, с койки там. Ну, все равно место мне дали. Я сначала пошел, посмотрел место, а тогда только собрал вещи. Так что там будет нормально, я думаю. Я, честно говоря, не переживаю. Я же в Индии. Надо покупать билет сейчас на самолет. Вчера думал, ребята, может, возьму, что я... А то у меня с карточкой немножко там денег маловато. И думал, человек переведет, я кэшем дам. Ну, не получилось, чтобы взял билет. Сейчас буду сам смотреть тогда. Вроде бы был хорошая цена на 11 число. Было бы неплохо. Вот еще на ЖД вокзалах есть такие вот, можно воды взять. Вода через фильтр. Ну, хотя здесь есть такие вот... Что там по ценам? 503 рупий, литр 5 рупий стоит. 2 литра 8, 5 литр 20. Баклажку можно вот вставить, забросить денежку, нажать старт. И все, будет рок-н-ролл. Где? Сейчас покажу, чтобы не выключать. Я себе кофе ходил, брал вот. А, не видать отсюда. Ну, есть вода, есть вот на той стороне такая, она аж... Кул такая холодная, что вообще. Что вот так, ребята, пока. Пока я в Твиме еще. Все, я в поезд сел. Пока меня не трогают. Тут недолго до Мангаона. Проходил контролер вроде. Я в слипер-класс сел. Сейчас телефон заряжается.
проехали это, да? Да. А мы же сели. Вагон пустой. Говорю, прошел контролер, так, пролетел, ничего не смотрел. В основном все выходят. Это слипер класс. В таком же буду ехать до Дели. Без места, ну ничего, что-то придумаем. Что-то сделаем. Вот я добрался в Мангаон. Без приключений, никто ничего не трогал, ни кондукторы. Я хотел взять билеты, а этот говорит, да, садись так, едь. Я не очень. Возможно, посмотрел, что гражданство Украины, потому что сейчас, ну, заметно здесь можно уже люди. Вот я общался, то из Мумбаи был, и, короче, знают они о войне, знают они все. Вот так, все, мне получается 3:30 где-то днем отправиться. Он в 3 часа отправляется с Васко-да-Гамы, там дойдет сюда, и буду здесь садиться. Вот так выглядит касса предварительная продажи билетов Мангаон. Кто не смотрел, у меня было, я в прошлом, по-моему, много показывал, как ехал это до Варанаси на Махашиваратри, день рождения свое как раз там встретил. Вот вода тоже есть вот в этом. Ну такое, я не скажу, что здесь прохладно, но есть. Вентиляторы есть. Я тоже вот под вентиляторами сел. Вот они. И вот сверху. Ну, по очереди, мне так и сказала, говорит, шансов нету, там я в очереди стою где-то 200 какой-то с чем-то. Я такой, давай билет. Ну, говорю, посмотрим, это интересно будет. Это, ну, я по-любому себе место, конечно, выбью, это разговора нету. Ну, увидим. Смотрите, как оно будет. Есть лизеточки для... Давайте покажу это. Все мы привязаны к электричеству, к розеточкам. Вот есть розеточки, можно зарядить. Хотя в прошлый раз здесь заряжал. Положить, возможно. Умненько так. Ну, я говорю, я уже в Тивиме купил билет. Здесь я уже не буду. Ну вот и поезд мой подходит на Низамуддин в Дели. 127-79 это поезд. Вот буду садиться в слипер. Я за слипер заплатил, но место так и не пришло, что у меня. 66-й там в очереди, как и остался, так и ничего нового нету. Ну было там 200 какой-то 60, а потом, ну, 66-й, я говорю, где-то так что-то. И буду садиться, ну что делать? Можно вот, конечно, в секонд класс я не буду садиться со слипером. Я сяду в слипер, а там разберусь. Подойдет этот, и будем разбираться. Так, дальше давай. Мне слипер надо. Так, слипер 9. Хорошо, пошел. Ну вот, собственно, занял я место. Вот верхнюю полку, третью, не знаю. Вот, наверх пока. А там посмотрим. Соседи, по-моему, девушки в основном, и один парень есть. Смотрите, дальше будет. Сейчас буду, наверное, и ролик делать. Там достаточно, по-моему, уже там и со съемок, и со шутина. Там будет, там был бы интернет, чтобы, да, загрузило. Потом, потому что помню, в Дели тогда вообще никакой был. Это от слова совсем. У меня ролики по 2 дня грузились, это бред был. Давайте покажу еще. Переключу. Вот такая прекрасная половина. Людство по-украински, да, по-российски не знаю. Девочки тоже знают. Хай. Это понятно, надо писать.
Ну посмотрим. Еще контролер приходил. Только-только сели, вот двинулись. Дофига этих мужиков, что женщин переодет, я не знаю, как они там правильно называются. Вот, дофига их есть. Самуса. Вот, деньги стреляют. Ну, они бывают там, похлопают, кто ездил, тут знаете, они там ладоши такие, хлоп-хлоп. Прошла, посмотрела, что женщины меня не трогали, и мужчина сверху тоже подумала, ушла. Или ушел, как там правильно, я не знаю. Ну, есть, и на перроне был, и что-то. А, кофе я покупала, а он мне где-то автоматом сделал чай. Этот подходит чувак в женской одежде, он ему, ну там, чай, даже смотрю, не заплатил, то дал ему, и мне кофе следующий поставил. Да, интересно, девки пляшут.